Итак, пошла у Сергея Богдана левая рука. Руды от себя пошли обороты, отпускает тормоза. Су-57 начинает свое движение, подход на посадочной полосе. И далее режим полный форсаж. Раз!
относится и к этому самолету будущего нашей российской боевой авиации Су-57. Можно перевести дух, выдохнуть. Обороты малый газ, выпуск шасси. И Сергей Богдан заканчивает свой демонстрационный полет. За свою летную деятельность Сергей освоил 59 типов и модификаций самолетов. В 2011 году указом президента нашей страны Сергею Богданову присвоено звание Героя Российской Федерации. И еще Сергей является почетным гражданином подмосковного города Воскресенска. Свободное от работы, от полетов время. Любит играть в хоккей. И вообще, душа любой компании, замечательный человек. Есть касание. Держит переднюю строчку в воздухе. Приветствую вас. Это был Су-57 и Сергей Богдан. Благодарим его за это сумасшедшее выступление. Далее снимет комбинезон летный, противоперегрузочный костюм. И, соответственно, присоединится ко всем нам. Будет уже наблюдать за дальнейшими полетами с Земли. Открывает фонарь, дышит свежим воздухом и слышит ваши аплодисменты, машет вам руками. Аплодируем. Сергей Богдан, Су-57. Нужно заглянуть каждому из вас в глаза. Давайте смотреть вперед. Ваши руки, фотоаппараты, все в небо и ваши аплодисменты. Каруселька на взлетно-посадочной полосе. Приветствую сейчас активной работой механизации. Давайте еще раз поаплодируем. Сергей Богдан. Так не хочется ему покидать это небо, эту взлетно-посадочную полосу на авиасалоне МАКС 2021. Теперь мы с ним увидимся через 2 года, в 2023 году. Ну а на сегодня и в этом году в рамках МАКСа Сергей заканчивает свое выступление. Спасибо, это было действительно потрясающе.